Ну, сегодня вот, буду открывать такую посылочку. Пришел мой заказ с Орегона. Здесь наши новые саженцы. Сейчас посмотрим. Вот так приходят в Америке живые растения. Открываем хорошим очень ножом. Очень мне нравится. Это Ганза модель 400 G7. G721 G721 Ганза. На мой взгляд, один из лучших полностью автоматических ножей производства Китая. Коробка пришла вчера вечером уже. Я не стал ее открывать. Вот так запаковано. Рано я ножик убрал. Так, достаем дальше. Да, добротно все запаковано, зафасовано. Я заказал несколько видов шелковицы, по-английски Mulberry, ну, не обычная, естественно, шелковица, а сортовая, пакистанский тип, и по-английски Пакистан, и еще пакистанский, персидский, Persian. Так, вот они поставили. Так, вот это у нас еще одно растение заказал. Называется официальное его название Акебия гуината или шоколадная лиана. Она цветет и приносит удобные плоды. У меня получается три растения есть, одно уже хорошее, а два такие чахлики. И чтобы получить плоды, у них нужно перекрестное опыление, разные сорта должны быть. Вот я заказал еще один сорт, вот посажу. То уже цветет у меня. В этом году уже мы опять не увидим плодов, я думаю. Но даст Бог на следующий год. Вот это шоколадная лиана. Так, следующее, что у нас здесь? Это... Ну, добротно все, конечно, на совесть запаковано. Это у нас сорт называется Girardi, карликовая Mulberry. Сортовая шелковица. Так. Судя по всему, некоторые надо будет садить сразу. Потому что некоторые без грунта вообще даже. Так, вот это у нас пакистанская. 2 года написано Пакистан, 2 year. Двухгодовалое растение. Пакистанская шелковичка. Вот, живые, красивые пока, смотрю. И что еще у нас здесь? Здесь вообще без корня, вернее, с корнем, без грунта, просто бумагу завернуто. Так, это Persian Fruiting Black Mulberry. Это персидская шелковица. Написано large crafted. Crafted значит, она привита. Ну вот реально видно место прививки. Вот расщеп. Я думаю. А может даже здесь. Не, вот похоже на это. Вот на это похоже прививочка. Ну, ее сейчас надо будет в горшок с грунтом поставить. Вообще красивая, мощная деревца. Третья. Еще у нас. Так. Это Шангрила. Тоже один из лучших сортов в мире. Крупноплодная.
Некоторые из них у меня уже посажены, но, к сожалению, прошлое лето они не все хорошо пошли. Я переживать начал, что даже те, которые некоторые пошли, они пошли ниже места прививки. Они почти все привиты ниже места прививки. То есть пошла, скорее всего, дичка. И это я увижу только, когда плоды появятся. Я не стал как бы ждать, заказал еще. Почему я беру, кроме этого, еще объясню, почему я взял дополнительно мулберри, или шелковицу. Мы живем в Калифорнии, и тут основная проблема летом — это жара и солнце. Жара — это неплохо, а солнце не всегда хорошо. И многие деревья, они, получается, плохо себя очень чувствуют из-за того, что сильно много солнца, и их желательно притенять. А притенять лучше всего, это естественным способом, это посадить те деревья, те, которые боятся яркого солнца, посадить рядом с большими деревьями. А шелковица — это одна из самых быстро растущих деревьев, поэтому я ее буду садить между деревьями, которые боятся солнца. И так как оно растет очень быстро, оно через 2-3 года оно будет уже у меня естественным образом создавать тень, да, для тех, кто очень чувствителен к солнцу. И плюс к тому, что я мог бы еще другие деревья, есть другие деревья, которые растут очень быстро, но и плюс к этому эти деревья приносят прекрасные плоды, вкусные, разного цвета, разной степени созревания. Некоторые здесь сорта есть, что они весь сезон плодоносят, не одна-две волны, а весь сезон. Так что вот такое дело. Все, благодарю всех за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Кто уже подписан, вы уже могли убедиться, что наш канал универсален. Я рассматриваю разные аспекты жизни нашей. Все, что мне интересно, я снимаю и выкладываю в YouTube. И, судя по всему, многие интересные вот эти аспекты жизни, они интересны не только мне, но и вам, мои зрители. Благодарю.